все эти линии, то есть один из станков обслуживает. Но это сварка, это не сварка, это такое лицо. Не надо рыбку. Так что у меня все пишут. То есть это зона загрузки, а мы не бьем сверху. Давай сначала проедем по периметру. Нет проблем. Ты привези по периметру. По периметру. Экипаж 6 человек. То есть это только образец, да? Разрешите. Минобороны заинтересованы. Значит, министр обороны лично проехал. Семейство 7930. И изделие Тополь М газ. Но у вас два конвейера? Два. Начинаю интересоваться, а что хочет народ услышать от будущих кандидатов? Чего народ хочет? А народ хочет зарплаты побольше и желательно поменьше работать. Ну, это желание всегда было, я это прекрасно понимаю. Но не это сегодня главное. Это, конечно, может быть, вы можете сказать, это не мое дело, это твое, ты президент, ты и занимайся с правительством. И вы будете правы. Главное не это. Начался жестокий передел мира. И если раньше мир делили просто, сегодня все гораздо сложнее. И сегодня зарплата это очень важно. Но передо мной, как президентом, стоит задача защитить страну. Вот в этом бурном море не наш корабль, а нашу эту лодку сохранить, чтобы ее не утопили и на дно не пошла она. И вот как нам, среднему государству, по меркам нынешним, устоять, выдержать, и чтобы мы не попали, как вот две шестеренки, чтобы нас там не смяли и не утопили. Вот что сегодня самое главное. Нам надо сохранить свою землю. Мне часто говорят, а вот чего бы вы желали? Я единственное не желал бы, чтобы мы жили на чужой земле, чтобы мы никогда не ходили больше в лаптях, и чтобы нас плеткой не стягали, как это всегда было в нашей истории. Вот сегодня главный вопрос в чем. Поэтому, говоря, допустим, об Украине, я ни в коем случае не играю на этой теме, надо понимать, что если мы не сориентируемся и где-то подставимся, то с нами разберутся еще быстрее, чем с Украиной. А сохраниться мы можем только если мы вместе и если мы обеспечим внутреннюю стабильность. А обеспечить ее можно, если будут эти вот такие предприятия работать так, как ваше.